Два года не снимали. Казан заржавел. Обожжем его. Что ты делаешь? Где? Ну? Где ты был? Отдыхал. Пил вино, ел мясо. Собак. Ты покормила собаку, молодец. Ладно. Ребята приехали. Пойдем. Я здесь пол ролика подготавливаюсь, они только приехали. Печь уже растопили. Толик, скажи, сколько мы этого ждали? Два года, да? Ребята. Этот мотоцикл мы решили подарить одному из вас. Для того, чтобы определиться, кому его отправить, вам достаточно в комментариях под этим видео оставить один комментарий с указанием ссылки на вашу соцсеть или любой контакт. Чем больше комментариев вы оставите, тем выше шанс на победу. А ровно через неделю после публикации этого видеоролика мы выберем победителя. Также хочу предупредить, что за мотоцикл мы денег не берем, а также за его доставку. А победителя мы озвучим в следующем ролике. Так что удачи, ребят. Летаю, да? Юра, наливай. Это пистолетики. Наш любимый саперави. Давайте. Георгий, за твоих подписчиков. И пусть этот мотоцикл достанется тому, кто на самом деле его хочет.
Поэтому, ребят, за подписчиков, а вас давайте. За зрителей нашего канала, за вас, ребят. После нашего путешествия в Ташкент я понял правильный рецепт плова. Это 2 килограмма морковки, 2 килограмма лука, 2 килограмма мяса, ну и 2 литра вина. Это будет правильный рецепт хорошего плова. Ты хочешь сказать, что ты в Ташкенте много вина попил? Ташкентское гостеприимство было на высшем уровне. И мы не только рецепты плова изучали, но и пробовали все местные национальные блюда. Я бы сказал, что оно даже нас поразило. Когда по рынку прогуливались, помнишь, курдюк был больше, чем наши бараны весят. 25 килограмм, как можно? 33. А что это вы переместились? Да там только жарко, слушай. Плюс 40 на улице, а что ты хочешь? Вначале закидываем жир растопленного. Еще минут 5 и они будут готовы. Что, закушают? Да, подсолим их. На, Дэн. Плов — это твое дело. Чем мы? Вроде как научились все вместе, а оставляют меня на поле. Мы здесь не закончим, если наливать. Юра, тебе звонят. Давай за тех, кто за тебя беспокоится. За родителей. Говорят, за родителей не пьют, за родителей молятся. Красная паприка с маслом дает красивую картинку. Посмотри, какие они красивые становятся сразу, да? Наша печь, интересно, готова. Отправим в печь ножки и голову. Прожарка, значит, сюда идем. Маленькие какие-то. Посолим, поперчим мясо и добавим немного вина. И отправим в печь.
положим голову, посолим хорошо. Немного поперчим, чтобы было поострее. Завернем. Самое вкусное сегодня будет голова. Мы про кару не забываем. Мы готовим плов кавказский без белой морковки. Посолим наше мясо. А это, как говорится, специальный ингредиент, который мы не расскажем никому, что это. Подготовим мангал. Первым у нас пойдет лук, пусть жарится. Так, посмотрим, что тут у нас происходит. Ох, 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 ох. Жарится. Шульон хороший получился. И засунем обратно. Какие ароматы идут, а? Соскучился я по ним. Юра, лук готов? Да. А, давай проверим. Горячий. Очень вкусно. Как пюре. Лук получился замечательно. Вот. О, грибы готовы. Звоним Алану. Не берет трубку. Спит, наверное. Алан, в следующий раз буду звонить, пожалуйста, возьми трубку. Готов? Все готово. Вот, посуда для плова выкладывает посередине. Это вот как яички, вот, вот так вот. Пойдем мясо доставать. Мясо получилось замечательно. А, подожди. Так, надо вытащить ножки. Эта ножка у нас будет вот сюда. Вот. А ее как поставить? Вот так. Вот сюда. Эту ножку поставим вот сюда.
Очень аккуратно. Давайте скажем один тост за то, чтобы душа была наполнена счастьем, сердце спокойствием, а мысли гениальными идеями. За вас, ребят. Ура. Замечательная барашка у нас получилась. Я так думаю, никто не обидится, если я голову съем. Я точно нет. А, щечки идеальны. Это деликатес. Юра, я смотрю, ты стеснительный. Вот эту ножку тебе. Спасибо. Это ножка. Во рту тает. Я помню, в детстве, в голодные времена, мы только бараньи головы ели. А глаза вообще замечательные. Замечательно. Горячий. Георгий, хорош, мозги есть. Съешь пару картошечек. Я до мозгов не добрался. Топор здесь нужен. Язык поехали. Тоже вкусный, знаешь? Вот, чистишь. Юр, поломай хлеб, пожалуйста, чуть-чуть. Похоже на самаркандский. Замечательно. Это просто очень вкусно. Плотно и вкусно. Наливай. Давай.